Как решить проблему нехватки специалистов? Кто должен заботиться о содержании общественных пространств в сельской местности? И как идет ремонт детского сада в поселке Урмары? В ходе рабочей поездки в Урмарский район в Рио главы Чувашии посетил сразу несколько объектов. Первый пункт – деревня Ямбай. Здесь уже 5 лет у жителей фактически нет дома культуры. Это полуразвалившееся здание – бывший дом культуры деревни Ямбай Урмарского района. Клубу 43 года, в таком состоянии он пребывает последние 5 лет. Фундаменты, стены в огромных трещинах, протекает крыша, не функционируют системы отопления и электроснабжения. Вопрос реконструкции жители деревни поднимали уже несколько лет, но безрезультатно. Тогда они взяли судьбу здания в свои руки и решили провести частичный ремонт. Администрация района заключила контракт со строительной фирмой на сумму более 350 тысяч рублей. Причем часть средств, а именно 72 тысячи, вложили жители деревни. Но этого все равно не хватает. Для завершения ремонта здания и ввода его в эксплуатацию требуется 2 миллиона 450 тысяч рублей. С просьбой о помощи жители деревни обратились к Олегу Николаеву. Я написала Олегу Алексеевичу письмо в Инстаграм лично. В понедельник вечером я ему написала. Ответ был уже положительный во вторник. Он обещал к нам в нашу деревню заехать. Нам не нужен большой клуб. Нам нужен нормальный, новый клуб. Ну, такой же, как по площади, как старый, нам хватает. Осмотрев здание, в Рио главы Чувашии заметил, инициативное бюджетирование, конечно, очень действенная форма работы, но в данном случае явно недостаточная. Когда уже разваливающийся объект пытаются отремонтировать, очевидно, что после его реконструкции он уже будет опять аварийным. Поэтому поручения, соответствующие, в том числе, даны на этот счет и органам государственной власти Чувашской Республики. Надеюсь, соответствующее решение мы найдем. В итоге в Рио главы Чувашии предложил пока остановить ход работ и поручил региональному Минстрою в течение 2 недель изучить, подлежит ли реконструкции существующее здание или необходимо его снести и построить новое. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика.